Детский сад номер 95 на улице Дунаева станет больше. Ясли на 20 мест откроются вот в этом небольшом отдельно стоящем здании. В прошлом помещении было хозпостройка. Ремонт делают самый что ни на есть капитальный. Но это гораздо дешевле, чем строить с нуля. Мы используем ранее заброшенные помещения, которые находились в детских садах. И вот одно из таких помещений мы нашли в центре города, поэтому здесь проводятся очень серьезные такие строительные работы, связанные с тем, что прокладывается отдельная линия теплоснабжения, подведена сегодня система водоснабжения, электроснабжения. Это будет отдельно стоящее здание. Коммуникации ведут от основного здания. Для этого пришлось прокопать большую траншею. Самые сложные работы подходят к завершению. Вот остаток только докладывается теплотрасса у нас. Вот буквально она будет закончена на следующей неделе. Выполнена полностью кровля, закрыто здание. Вот. И приступаем непосредственно к благоустройству. Ясли будут полностью самостоятельным сооружением. Там будет свой санузел для малышей и персонала, приемная, буфетная. Все как в полноценном учреждении. Мы набираем двух педагогов и младшего воспитателя обязательно. Питание будет осуществляться из основного здания, приносное в герметичных термоконтейнерах. Вот ясли в эксплуатацию запланирован на конец декабря текущего года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.